Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. В прошлой серии мы уничтожили буквально-таки, вошли как нож в масло в этот город и уничтожили абсолютно всех на нашем пути. Это было очень интересно. Потрошитель, увлекательная бензопила. Так, что тут у нас есть по итогам? Подожди, вы живы? Пиздец, при смерти. Подрывники. Ну, по древнякам сюда и дорог. Кстати, похож на царя Леонида. Так, ну шо? Мы все подрывники. Вон оно как. То зря я убил легион. Они не так уж и плохи оказались. В принципе. Так, ну поехали. Скорее всего, в ратуше тоже кто-то будет, поэтому... Надо опасаться их. Епона мать. Это что был за звук? Судя по всему, мне показалось. Одежда караванщика. Зря вы караванщиков убиваете, реально. Одежда из пустоши, бродяги. Так, вот бродяги из пустоши, кстати. Единица. Да, единица. Тут двоечка. Тут эффекты даже есть. Выносливость, поэтому денем вот это. И я ее чинить не могу. Прекрасно. Так, ну ладно, чё уж там. Какой-то такой чаморочный, ну ладно. Тут у нас кто? Обитатель пустоши. Ну вот. Не нашел чем починить. Мародерство это, конечно, не приветствуется, но такой уж мир здесь. Такой уж тут мир. Как говорили в фильме «Бригада», не мы такие. Жизнь такая. И все-таки же это ролеплей, поэтому надо отыгрывать роль. Но это говно вообще, даже и брать не буду. Тут в сортире никого не замочили, не? Вроде никого. Прекрасно. Воу! Воу! Полегче! Блин, винчестер охеренный ствол. Просто нечто. Останавливает на лету. Вот тут они его сделали прекрасно. В этой игре винчестер меня радует. По крайней мере, пока что. Так, одежда старателя. Но она мне под ремонт не подходит. Машинка. Прикольно. Пускай лежит. Так, что тут у нас еще есть? Книжки, книжки. Пес легиона. О чем на нем написано, что он пес легиона? Уже он просто пес. Ну, судя по всему, написано. Надо привыкать смотреть на радар. А то это чревато. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь. В этой серии буду осматриваться, потому что, ну, как бы, городок небольшой, городок уничтоженный, тут жили подрывники. Судя по всему, зря я убил легионеров. Ну, как зря? Они все-таки выродки, но тем не менее. Так, тут я был, отсюда я пришел. То собачка. Не буду даже трогать. Ой, тут кого-то замочили. Тоже в шмотках бомжа.
Ничего. По итогам ничего. Почему мне одну единицу опыта? Бляха, муха. А шо ж ты, скотина? Пугаешь ты меня сегодня, а? Что-то я пуганый такой стал, вообще ужас. Надо бы поиграть в амнезию. Или даже в первый этот, понимаете, Dead Space. Тоже игрушка страшненькая была в свое время. Нервишки-то надо поддержать чем-то. Епона мать. Да тут настоящую расправу учинили. Это плохо. Ратуша, зал собраний. Ой, надо было сохраниться. Вижу шапку. Ой. Вам не хватит? Не хватит. Ой. И понимать, вот как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все. Не может быть. Чё? Чё? Чё случилось? Отпустите меня. Капец. Прикиньте. Класс. За что ты так со мной, Fallout? За что? Я же ничего тебе плохого вроде бы не делал, а ты меня так. Лагает вообще, как я не знаю. Я надеюсь, я патроны найду, потому что... Хотя не, я лучше отправлюсь в Good Springs. И там уже возьму... Епона мать! Еще я стреляю уж прекрасно. Да за что? Боже, за что мне такую меткость-то? Ты посмотри, а. Короче. Если я продолжу... О, ты еще лапы поднял, да? Ну, поздравляю. Короче, если я продолжу зачистку, мне просто разорвут все, что можно и нельзя. Я, пожалуй, вернусь в Good Springs. Там уже и подлечусь, блин, и все. Все сразу. Потому что. Ну это беда, ребят. Это, ну, посмотрите на мои жизни и скажите, кто я на самом деле. Да, я знаю, я сам виноват, и что-то я вообще сегодня какой-то. Не собранный, да. Давайте-ка я пропущу этот момент, или уже тогда лучше с вами, потому что к концу серии не так много осталось. Вот. Давайте-ка в Good Springs. Любимец. Прекрасно. Значит, мне и скидка будет. Вот. Там мне надо подлечиться, купить патронов, починиться. Короче, все очень-очень-очень интересно. Так, прячем пушку. Перво на перво. Что ты тут делаешь до сих пор? С крышечками. Видимо, у людей такое отвращение к этим подрывникам, что они даже не стали их лутать. You looking to buy some supplies? А как ты думаешь? Can do. Так, что у тебя есть? Гранаты. Говно. Так, 5.56 это к варминту. Не подходит. Патроны.
Патроны, комбез. Это я тебе продал. Кстати, хороший комбез. Был. Гильза. Только не говори, что у тебя ничего нету. Нового. Боеприпасы 38. Хорошо. Давайте-ка так. Потрошитель. Угу. Ладно, 141 крышечка достаточно. Чем стреляет винтовка ковбоя? 357-ми. Короче, патроны от Магнума. Офигеть. О, господи. Так, однозарядное ружье, пистолет с глушителем. Шикарная мачете. Охереть. Ах, я даже не знаю. Может, комбез взять там, тот, что был. Помощь. Кстати, помощь. Нет, ну помощь я у доктора возьму. Разные. Боезапас давай сюда. Патроны калибра. Давай сюда, это на Магнум. Энергобатареи. 9-миллиметровые только такие есть, да? Опять 56. Тоже обычных нету. Чё, херово? Чё? Винтовка ковбоя. Не понял сейчас. Два. А чё у меня? Это ж всё по-моему правильно, нет? Или я опять что-то затупил? Ну вон. 357, 16 штук. А, это гильза. Не понимаю, что это я. Боезапас. Вот. 25. Все верно. 5,56, 16, 47. Патроны. А, это к дробовику. Патроны калибра Magnum 2 штуки. Они же ведь одинаковые. 357, 357. Да. Или нет. Ладно, не важно. Сейчас посмотрим. Да, нет, подожди. Согласиться. Выйти. Give me a shout if you need anything else. Да. Take it easy now. Не, все нормально. Но патроны на Магнум надо беречь. Так, на единичке Магнум, на тройке пистолет. Хорошо. Пистолет мы пока спрячем. Теперь к доктору. Срочняк нужно. Просто. Просто нужно очень быстро к доктору. Потому что жизни на донышке. Ой, заодно заберу его пистолет-пулемет. У меня там по ремонту, по-моему, очков достаточно. Доктор. Доктор. Лечи меня. Заплачу, сколько имею. Доктор, где ты? Ты здесь? Хорошо, что я тебя не убил. Херово, доктор. Мне нужна помощь. Don't look like nothing too serious. Let me patch you up. Сколько? 50 крышечек. Благослови тебя, okay, Бог. Hold still. Хорошо, что ты много не берешь. Фу. Ты где? Доктор. Доктор, подожди, это не все. Док Митчелл. How are you holding up? Ну вот теперь великолепно. Мне нужны медикаменты. Sure. Док. Саквояжики у меня есть? Твои саквояжики? Целебные. Помощь. Кстати. Да, два саквояжа есть. Хватит. Муравьиное мясо. Забирай нахрен. Мясо геккона. Забирай нахрен все. Мясо толсторога тоже все забирай, это все говно. Противоядие. Забирай. Не нужно. Это оставим. Собачатину тоже забирай. Как-то. А, все, достаточно. Принять. Теперь. Давай-ка что. Ты мне сразу помощь. Ладно.
Так. Стимуляторы. Все. Ладно. Пять штук. Блин, это что так дофига-то, ну? Штуку отдать на тебя, доктор. Да, отказаться от сделки. Доктор, за что? Понимаешь? Ты поступаешь не по-человечески. Ты знаешь, что мне нужны медикаменты, и ты поступаешь так. Стой, доктор! Ты не уйдешь! Ничего страшного, карму я себе подниму. Ты меня подвел, доктор. У тебя что, ничего нету? А где ты медики берешь? Или у тебя как в Скайриме, все под землей? Сейчас посмотрим. Я найду. Нет? А ё-моё, под землю. Чё, не хочет под землю? Капец. Да вы посмотрите только на это. Ладно. Я сохранился перед убийством доктора. Да. Повезло тебе, доктор. Придется заплатить. How are you holding up? Херово. I don't. Ой, не то. Sure. А, блин, ладно, доктор, чего уж там. Давай стимуляторов 5 штук. Ну, штук, ладно, 4 штуки. 400 крышечек. И все, пожалуй. Больше ты мне ничего не дашь, потому что ты сам не очень-то богат на это все. Да, и ты, док, тоже береги себя. Япона. Я что, в текстуре застрял? Отлично. Так, давайте-ка. И тут я в текстуре застрял. Нет, на этот раз все получше. Ну и все, пожалуй, я думаю, на этом можно и закончить. Сейчас я еще раз пойду поторгую с товарищем в магазине, посмотрю, что у него есть по броне. Может, найду что-то получше, чем вот это. Ладно, во всем этом виноват я. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Всем пока. До новых видео.